возможно, вам будет трудно в это поверить, но и до интернета существовала жизнь. И жизнь эта была нудной. Перемотаем на наши дни. Дни инновационных технологий и креативности. Сегодня 40% населения мира имеет доступ к интернету. Это 3 миллиарда пользователей. Половина из которых в Азии. Пользователи интернета проводят в среднем около 7 часов в день онлайн. Это значит, что люди проводят почти столько же времени в сети, сколько и во сне. Все больше и больше людей общаются, делают покупки и ищут информацию онлайн. Именно поэтому растут их онлайн-расходы. Как следствие, рекламодатели покупают больше мобильной, поисковой и макетной рекламы. К 2015 году онлайн-рекламодатели потратят более 160 миллиардов долларов на то, чтобы вы увидели их идеи и бренды. 30% бизнес-трафика в сети приходится на поисковые результаты и рекламу. За прошлый год система Access Поиск получила 450 миллионов поисковых запросов. 450 миллионов лет! Именно столько акулы плавают в океане. Уникальный сервис Access Ads предлагает создание разных видов рекламы. Ad Sites, Ad Banners и Ad Texts. Доступ клиентов по всему миру и целевую аудиторию. Платформа Access Ads ежедневно регистрирует 9 миллионов показов и 126 тысяч уникальных просмотров пользователей. Access Ads дает владельцам малого бизнеса и предпринимателям шанс представить свою компанию тысячам новых клиентов. Пора перестать быть пещерным человеком. Зарегистрируйтесь, станьте бесплатным участником и начните создавать собственную рекламу уже сегодня.